Всем привет, друзья! Приступим. Такая бекушка. Сырая копченая. Я чуть-чуть поджарил. Очень голодный. Вчера разгрузочный день был. Ел только чеснок один. Там парочку этих. Как они называются? Супчиков. Очень голодный. Голодный, но добрый. Давненько гречку не варил. Обжегся. Хлебушек вот подуставший чуть-чуть. Его подогрел в микроволновке, но пока бегал, уже превратился в сухарь. На улице довольно прохладно, ну как прохладно, плюс 23 было утром, нормально, да, не холодно, не жарко.
все-таки горячий, блин. Вот так будет половчее. Кстати, сегодня приходите на стрим, на пятничный стрим, ну и завтра, завтра на субботний. Бекон обалденный. Давно не ел. Ну, в таком виде я имею. Так это у нас с капустой и с капустой и яйцом. Ночью сегодня я даже подзамерз немного. Зато комары меньше кусали. А то те дни там вообще не спал ночью. Из-за комаров. Засыпал только под утро. Пирожила. Давайте попробуем десерт. Те же самые волосы. На вкус как сахарная вата. То
она уже развалилась вся. Можно еще добавить шоколада горького к этой штуке. Она, оказывается, тоже подустает чуть-чуть. Не помню, как называется. Я тогда-то ее запоминал. Или как запомнил. Опять название забыл. На вид как волосы и стекловато. На вкус ничего такая, но приторная, очень сладкая, невозможно. Компотик тот же самый, инжир с кипятком. Варенье, точнее, из инжира. Сильно сладким не стал его делать, потому что десерт сладкий. Вата это. Что все, друзья, прием пищи был просто люксовый, просто на высоте, просто бомба, в общем, как всегда.